Приветствую вас, мои дорогие! С вами Жанна Фетисова. И сейчас я хочу поблагодарить вас за ваше доверие и внимание к моему каналу. Прошлое видео «Фикс прайс. Собираем подарки вместе на Новый год» собрало практически 50 тысяч просмотров. А это значит, что вам нравятся видео такого плана именно о бюджетных покупках. Я благодарю вас за вашу поддержку и за все ваши комментарии. Друзья, я очень это ценю. Еще раз хочу сказать, для тех, кто удивляется стоимостью подарков. Да, это видео о бюджетных подарках. Если вы имеете огромный бюджет и планируете подарить своим друзьям хороший, люксовый подарок, не стоит смотреть видео «Фикс прайс», друзья, и потом удивляться, что стоимость подарка от 25 рублей и выше. У меня есть и другие видео с более дорогими подарками и интересными идеями. И ссылочки на это видео я оставлю вам вот здесь. Поэтому, пожалуйста, не пишите мне странные комментарии. «Жанна, да что вы, я бы такой подарок постыдилась своей подруге подарить». Да, друзья, я очень за вас рада. Но также есть еще те люди, у которых бюджет ограничен. Это могут быть пенсионеры, школьники, да кто угодно. В конце концов, молодая мама, которая тратит все свои деньги на ребенка. Так что давайте отбросим снобизм в сторону и приступим к разбору возможных подарков на Новый год. Покупок в этот раз у меня, как вы видите, судя по длине чеков, было довольно много. И первое, что я хочу вам показать, потрясающие упаковки из фетра. Посмотрите, какая красота. Они очень-очень аккуратно сделаны. Настоящий фетр. Это такая вот, знаете, как ручная работа. Стоимость их 50 рублей всего лишь. Ребята, ну это так красиво. И в этой елочке ваши друзья смогут потом хранить, ну, все, что угодно, круглый год. И небольшая вещица, размещенная вот в такой корзиночке, превратит ваш подарок в уникальный, удивительный, радостный. Следующее, что я хочу вам показать. Ну, замечательный! Посмотрите, какая прелесть. Нет, это не алкоголь. Я не рекламирую алкоголь. Я вообще малопийка по национальности. Я практически не пью алкоголя. Ничего особенного. Я не закодирована. У меня нет никаких проблем с алкоголем. Гели для душа. Ребята, это такая красота на Новый год, на день рождения. Стоимость вот этого геля Фиеста 50 рублей. Мне так понравилась эта идея. Вы знаете, это так здорово. И на мой взгляд, это, кстати, очень неплохой подарок папе, дедушке. Я не знаю, какого он аромата. Для тех, кто уже покупал, напишите мне, пожалуйста, отзыв, какие ароматы. В золотой и в серебряной упаковочке было всего лишь два варианта. Я взяла оба. И теперь, внимание! Вот так красиво будет выглядеть ваш подарок оригинально. Главное, этот подарок будет стоить всего лишь 100 рублей. Корзиночка 50 и гель для душа 50. Посмотрите, какая красота. Я не думаю, что все ваши знакомые, родственники ходят в магазин Fix Price и все знают стоимость этих средств. Я думаю, что многие вообще даже не догадываются, что за 100 рублей можно сделать вот такой прекрасный подарок кому-то. А если учесть, что у некоторых людей список того, кого нужно поздравить, варьируется от 10 до 50 человек, это могут быть и няни в детском саду, и тот, кто следит за вашим ребенком, пока вы ходите в магазин на улице, когда он гуляет с кем-то еще. Это может быть учитель, это может быть ваш репетитор, да кто угодно, ребята, кому угодно можно сделать вот такой шикарный, красивый подарок. И, конечно же, никто не мешает вам положить сюда же конвертик с той суммой, которую вы считаете нужным. Если это, например, ваш родственник, вы точно знаете, что он что-то хочет себе купить. Но вот такой подарок уже сам по себе хорош. Правда же? Итак, следующие варианты, которые также можно положить в эту же самую корзиночку для подарков, это вот такие красивые ночники. Они стоят всего лишь 50 рублей, но вы не представляете, как красиво можно ими оформить, например, спальню, либо задник, если вы снимаете видео, либо, например, поставить детскую комнату, ребенок не будет бояться, он будет смотреть перед сном на этот ночник и засыпать. Это так красиво. Давайте я вам сейчас покажу. Здесь такие специфические батарейки, но я думаю, что фикс прайс вы также можете их приобрести про запас. Но это такая красота, ребята, я вам передать не могу. Просто прелесть. Смотрите, как здорово. Обратите внимание, что они также прекрасно помещаются вот в эту самую корзиночку. Следующий, просто потрясающий, на мой взгляд, набор. Конечно, это не набор, вы можете купить по одной. Называется это супница.
Смотрите, какие цвета, и посмотрите, какие они красивые. Они все-все рифленые. Компания Kitchen очень-очень аккуратно сделаны внутри. Да, они немножко тяжеловатые. И мы подарим их семье из 3 человек. Они точно не ходят в фикс прайс. Это довольно состоятельные люди, но они очень любят вот такую яркую, красивую посуду, и поэтому они с удовольствием будут и пить чай можно, и какао, и молоко. Сюда же прекрасно поместятся и супчик, и бульон, и порция каши для ребенка. Ну просто прелесть. Смотрите, какая красота. Вот такие красивые бульонницы стоят всего лишь по 50 рублей. Я думаю, что и для себя мы точно такие же с удовольствием приобретем. Будет очень красиво, если их упаковать на какую-то небольшую подставку. Я подумаю, на какую. Возможно, приобрету еще что-то для них. И в прозрачный пакет сверху завязать очень красивой ленточкой. Просто шикарный подарок, на мой взгляд. Следующее, что я обнаружила в фикс прайс, это вот такая вот очень красивая рельефная кружечка. У меня есть знакомая, которая собирает вот такие вот кружки необычной фактуры, очень красивые. Посмотрите, какой цвет красивый, кремовый. Очень нежная, из той же самой компании Kitchen. Там очень много вот такой посуды. Она очень качественная, очень ровненько, красиво сделана. Она чуть легче, чем предыдущие супницы. Планирую положить вот это сердечко. И перед тем, как дарить подарок, включить его, чтобы оно светилось. И точно так же упаковать ее в красивую прозрачную упаковку. Опять же, стоимость подарка не превышает 100 рублей. Вашей бабушке или маме, если вы точно знаете, что она красит брови, например, или ресницы, то вы можете приобрести для нее в магазине Fix Price такую или похожую краску для бровей. Я пробовала все варианты, действительно очень-очень хорошее качество, хорошо, стойко окрашивает брови, в том числе убирает седину. Конкретно этот оттенок, горький шоколад называется, на мой взгляд, это самый такой распространенный, самый естественный оттенок, который получается. Естественно, для блондинок он не подойдет, но, в принципе, мне он очень подходит и очень нравится. Краска состоит из, собственно, порошка и жидкости, которой этот порошок разбавляется. Дает она очень приятный, элегантный цвет, не щиплет кожу. Ребята, если вы знаете, что ваши бабушки, мамы, которые не могут себе позволить очень какую-то дорогую краску, какие-то гели, тинты для бровей, используют что-то похожее, если вы подарите, они точно будут вам благодарны. Стоимость такого средства обычно от 25 рублей. Если вы знаете, что ваш друг занимается спортом, то вы можете легко приобрести для него вот такие вкусные, различные протеиновые батончики. Выбор этих батончиков Fix Price огромен. 12% протеина здесь. Это конкретно карамельные, просто такие мы пробовали, они нам понравились. Батончики вкусные. Я думаю, что если вы снабдите несколькими штучками своего друга, который занимается спортом, может быть, он школьник или может быть, он студент, если вы набьете целую корзинку вот этими батончиками с разными вкусами, я думаю, ваш друг будет вам только благодарен. Стоимость одного шоколадного батончика составляет 25 рублей всего лишь. Опять же, если ваш друг сидит на диете, но очень хочется иногда все-таки каких-то сладостей, вы можете покупать им подарок, просто ваш подарок, который вы уже приготовили, для него вложить. Возможно, ему очень понравится, он потом будет покупать сам. Это натуральные бананы сушеные, здесь нет сахара вообще, никакой обработки нет, кроме того, что эти бананы засушили. Это прекрасное лакомство, которое, в принципе, не так сильно калорийное, которое может заменить и вашему другу, вашей подруге, ребенку какие-то шоколадные батончики, к которым он привык. Для бабушек, мам, для тех, кто любит готовить, есть замечательное средство, опять же, от фирмы Kitchen. Например, вот такая вот ложечка, которую можно мешать. Она, соответственно, жаропрочная, очень удобна для соуса, например. Ее также можно подать, она неплохо выглядит, к столу. Или вот такая вот кисточка мягкая. Ей очень удобно обмазывать, например, соусом каким-то или маслом. Пирожки, котлетки, какие-то кексы, все что угодно, все что вы придумаете. Ну, я думаю, те, кто умеет готовить, знают, для чего эти приборы. Распаковала уже, начала ими пользоваться. Крепятся они вот к такой картонке. Стоят эти наборы 55 рублей. Например, 3 или 2 вот таких вот кухонных приборчика. Замечательные вещи, очень удобные, красивые, яркие, есть различные цвета. 55 рублей, ребята, ну, мне кажется, это вообще даже не деньги. Обратите внимание, как здорово все это смотрится вот в такой красивой упаковке. Второй вариант для тех, кто любит кулинарить, это вот такие вот раскладные. Смотрите, как здорово они убираются.
Это объемы. Здесь 200 мл вмещается, здесь 100 мл вмещается, здесь всего лишь 25. Смотрите, как они здорово все складываются. Если хранить их в ящичке, они совершенно не занимают места. Раньше были огромные объемные стаканы, мерные, да, это очень неудобно. Смотрите, на какой они симпатичной петельке. Стоимость целого набора 99 рублей. Ну и опять же, друзья, прекрасный вариант подарка для женщины, которая любит готовить. Следующая очень забавная штучка для того, чтобы приготовить омлет, например, в виде сердечка. То есть вы кладете ее на сковородку, она не тает, это специальный жаропрочный силикон. Держите ее за вот этот хвостик, он металлический, с специальной такой вот мягкой силиконовой подушечкой. Кладете это сердечко на сковородку и уже в него заливаете яйцо. Яйцо схватывается, вы тихонечко снимаете эту формочку вот таким образом, и у вас получается прекрасное утреннее признание в любви в виде сердечка. Обратите внимание, что все это силиконовое, жаропрочное, все это не занимает много места. Люди, которые умеют и любят готовить, будут вам очень-очень признательны. Такая силиконовая, очень красивая форма для кексов. В принципе, вы можете в ней сделать и мороженое заморозить, и можете сделать желе. Посмотрите, какая красивая форма. Опять же, все это можно скрутить, свернуть, это не занимает много места, оно прекрасно отмывается. Все это той же самой фирмы Kitchen, все это есть фикс-прайс в разных цветах, оттенках. Я думаю, ваша бабушка будет вам очень-очень благодарна за такой подарок на Новый год. Стоимость вот такой вот штуки, насколько я помню, 77 рублей, вот как-то так была. К сожалению, я покупала ее отдельно от всех их, чек у меня не сохранился. В общем, для кулинаров фикс-прайс просто раздолье. Очень неплохие маечки, в которых можно ходить дома, можно спать. Посмотрите, хорошее качество, нигде нитки не висят. Стоимость вот такой маечки всего лишь 99 рублей. На мой взгляд, качество очень-очень неплохое. И, кстати, есть хорошие размеры, в частности, вот это 50-52, я думаю, можно найти и побольше. Это контейнер для специй. Кто еще не видел, посмотрите, пожалуйста, это чудесная вещь. Хорош он тем, что он не обязательно должен использоваться под специи. В нем вот такие вот перегородки, и, как вы видите, легко вставляются. Вот таким образом здесь есть паз, просто вставляется. Здесь 4 перегородки, 5 отделений. И он прекрасно подойдет для косметики. В каждом отделении может уместиться примерно 3-4 средства. И здесь же можно хранить пульты, которые очень часто теряются. Стоимость такого контейнера, как вы понимаете, в фикс-прайсе очень-очень недорого, в районе 70-80 рублей. Я думаю, что она может оказаться чудесным помощником в организации пространства на вашем туалетном столике, в коридоре и в вашей ванной комнате. Лично для себя я постоянно покупаю фикс-прайс вот такие спонжи. Стоимость их 55 рублей за 3 штучки. Ими очень удобно шлифовать лицо, умываться, а также снимать маски. Если у вас есть любители масок, я думаю, это будет также неплохим подарком. Спонжи легко сложить вот таким вот образом и убрать в подарочную упаковку. Если у вас есть животные, очень советую вам приобрести вот такую вот щеточку. Она не сильно жесткая, она приятная, то есть она не царапается. Ну, конечно, все равно будьте аккуратны, все равно это металлические зубчики. Серия эта называется Pet Club. Здесь все заклеено прозрачной пленочкой. Для любителей животных, я думаю, это будет приятный, кстати, подарок, кто любит кошечек или собак. Если у вас будет вот такая щетка, то, скорее всего, вы не повезете свою кошку, как повезли мы в ветеринарную клинику, чтобы убирать колтуны. Кстати, кто не видел этот влог, он забавный и смешной, посмотрите, пожалуйста, там тоже есть идеи для подарков, уже не таких бюджетных, из магазина Оби. Выглядит щеточка вот так, смотрите, здесь такие очень милые лапки. Такая расческа для животных стоит всего лишь 50 рублей. Вот такие чудесные вещи, последние в сегодняшнем ролике. Нужные трубочки для праздника Пачи. Смотрите, какие красивые цвета. Очень нравятся. Ярко-розовые мне, честно говоря, уже очень надоели. Например, в магазине Kia такие трубочки стоят около 200 рублей, а то и дороже. А здесь всего лишь 55. И скотч малярный, который я приобретаю лично для себя. Как вы думаете, для чего? Правильно, чтобы делать макияж. Показываю вам свой лайфхак, как сейчас называют, то есть находку. Отрываем кусочек этого скотча. Тени очень часто сыпятся, друзья. И поэтому, для того, чтобы они не сыпались, вы можете обезопасить ваш макияж, наклеив вот таким вот образом этот скотч. Этот скотч поможет вам сделать прекрасную стрелочку, например, если вы вот так вот ровненько выверяете, наклеиваете, и тогда вы рисуете стрелку ровно-ровно вверх
по вот этому скотчу. Дальше вы просто снимаете скотч, кстати, он снимает излишки на пудренности тоже, что неплохо. Никакой аллергии у меня ни разу не было вот на эту пленочку. И таким образом вам не придется гоняться за специальными патчами под глаза для макияжа. Храню я его точно так же на своем туалетном столике, вот в таком контейнере, что очень-очень удобно. Что ж, друзья, это было все на сегодня. Я надеюсь, видео вам понравилось. Если да, жмите, пожалуйста, пальчик вверх, чтобы поддержать меня. Смотрите и другие варианты роликов, которые я снимала специально в разных магазинах для вас, чтобы вы могли сориентироваться в том, какие же в итоге подарки можно приобрести недорого, оригинально. Оставляю вам ссылочки вот здесь и дублирую их внизу под этим видео в описании к ролику. Еще раз огромное вам спасибо за ваше внимание и доверие, за все комментарии, я их очень ценю, друзья. Спасибо большое, что вы были со мной, я желаю вам удачи и будьте благодарны за все, что имеете. Пока!